Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Служащих военной полиции, Росгвардии и МЧС России. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны поздравил с Днем Победы парадные расчеты воздушно-десантных войск, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты и ракетных войск стратегического назначения. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны приветствовал парадные расчеты военно-морского флота, ФСБ России, железнодорожных войск, Российского казачьего общества, военнослужащих женщин и юных участников парада, суворовцев, ахимовцев, воспитанников морского кадетского корпуса и юнармии. Сегодня в военном параде принимают участие более 12 тысяч военнослужащих. Генерал армии Сергей Шойгу завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура!
Торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш! Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал армии Олег Солюков. На Красной площади воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова командует парадным расчетом начальник. Музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Сводный военный оркестр Московского гарнизона под руководством главного военного дирижера, заслуженного артиста России, генерал-майора Тимофея Маякина. Завершение парада. Оркестр под музыку «Прощание славянки» покидает Красную площадь. Парад победы завершен. Да здравствует 76-я годовщина Великой Победы! Ура! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! Поздравляем всех россиян с великим праздником! Ура!